Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем одного из моего любимого исполнителя «Шок» «Дис на Жигана». Поехали, друзья! Гандоны бесполезный пиздобол. Я не вор в законе, но сидел за воровство. Тебя не замаскирует твоя гендерная роль. Ведь каждый раз одна и та же тема лезет в разговор. Не потому что ты по жизни, это твой характер. А может быть от того и когда-то в детстве надругались. Но а может быть соседы и кто-то в старшем дворе. И с тех пор для тебя это тайна страшная, как свет. Но тебя тянет быть среди мужчин, ты злишься, но ты слаб. Это ложь прогибает, будто спину у вас. Тебя опять спалили видео. Так, ребятки, останавливаю, как обычно. Рэп читает прекрасно, голос хороший, рэп четко читает, понятно все. Ну, ругает Жиган, ребятки, Жиган ругает. Слушайте внимательно, интересно послушать. Музыка хорошая, нравится мне, ребятки, с удовольствием слушаю. Камера, это твоя нога на видео спалена. Я не одобрую, ну как по мне, ты петух. Тебе не важно, в какой клетке, если клетки и будут. Твои угрозы все в комнату, как замаю. Жиган, первым я пробью тебя, а потом сломаю. Ты не хищник, это видно по лицу, по глазам. Сейчас стану на твой труп и прору, как Тарзан. Эх, почему Москва не принимала в тусу? Жиган, вроде я уеду, стаю у них муза. Родители святой, но мы начали всюду. Так гнилая репутация Жигана, ну и хуй с ней. Он больше не вор, а православный казак. Но шишка шашка его тянет назад. Я не гомофоб, но он не мерзок, как и жога. Жиган вышел из тюрьмы, полный. Ребятки, он его так словесно опускает, да, друзья? Видать, сильная обида у Шока на Жигана, да, ребятки? Прям не может все восплескивать, свой негатив весь полностью, ребятки. Дальше что будет, ребята? Дальше чем ответит Жиган ему? Ответит ли? Ну, я не знаю, ребятки. Саки, качки, глисты, твой мир, киша, нож, организм, капуты, дамы, ковиты, я индийский штамм, вас не спасет уже ни бог, ни спутник. Так, друзья, что скажу? Рэп читает очень хорошо читает рэп. Музыка динамичная, быстрая, подвигаться можно, потанцевать можно, ребятки. Ну, у них разборки. Что слушаем? Мы слушали, как сказать, разборку слушали мы, ребятки. Шок, обижена Жигана, и он ему словесно тырки дает. Ждем ответную реакцию. Жиган что будет делать? Не знаю, посмотрим. На бой он его вызвал, ведь, да? Они ведь после этого трека, может, они дрались. Перед. А, перед? Ну, все, ребятки, смотрите, интересно. Я слушаю с удовольствием, ребятки. Мне очень нравится.